Здравствуйте, дорогие рукодельницы! В этом видео я хочу показать, как связать вот такую шапочку. Ее можно носить осенью и весной. Если же взять ниточку потолще и подшить подклад, то я думаю, что и зимой в этой шапочке не будет холодно. Вязала я ее на окружность головы 50 сантиметров. Но для того, чтобы она плотно сидела по голове, я вязала резиночку 42 сантиметра. И длина шапочки 19,5 сантиметров. Для работы я использовала пряжу Кроха, это Троицкая фабрика, в 50 граммах 135 метров, 20% шерсти и 80% акрила. И вязала крючком 3,5 миллиметра. На самом деле шапочку можно вязать любой пряжей, которая вам понравится. Вяжем резиночку. Я набираю 10 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И во вторую петельку от крючка я вяжу соединительный столбик. Дальше в следующую петельку соединительный столбик. И так продолжаю вязать до конца ряда. Теперь переворачиваю работу, вкалываю крючок в первую петельку, вытягиваю рабочую ниточку через 2 петли. И так соединительными столбиками я вяжу следующий ряд до конца. Дальше переворачиваю работу и продолжаю вязать таким же образом. Вкалываю крючок в первую петельку, вытягиваю рабочую ниточку и соединительными столбиками вяжу ряд до конца. Дальше резиночка вся будет повторяться. Нужно связать необходимую длину. Я связала резиночку 42 сантиметра. Дальше буду два конца соединять вместе. Вкалываю крючок в петельку на другой стороне и вытягиваю рабочую ниточку. Дальше с одной стороны вкалываю крючок и с другой стороны. И соединяю с одной стороны. И с другой стороны соединяю.
Дальше выворачиваю резиночку на лицевую сторону. И теперь буду обвязывать ее столбиками без накида. Одна воздушная петля. И сюда же столбик без накида. Дальше следующий столбик без накида. Столбики вяжем между косичками. Вот у нас с одной стороны коса и с другой стороны. Между ними есть петля. И вот сюда вкалываем крючок и вяжем столбик без накида. Я довязываю ряд до конца и делаю соединительный столбик в начало ряда. Дальше вяжем узор. 2 воздушных петли подъема. И в следующую петельку вяжем столбик без накида. И в эту же петельку столбик с накидом. Пропускаем одну петлю. И в следующую вяжем столбик без накида и столбик с накидом. Дальше в следующую петельку столбик без накида и столбик с накидом. В следующую петельку пропускаем и в следующую вяжем столбик без накида и столбик с накидом. Теперь в следующую петлю столбик без накида и сюда же столбик с накидом. Следующую петельку пропускаем и вяжем в следующую столбик без накида, столбик с накидом. То есть в этом ряду мы будем чередовать 2 узора вместе, одну петлю пропускаем, потом один узор и одну петлю пропускаем. Дальше опять 2 узора вместе, следующую петельку пропускаем и дальше один узор и следующую петлю пропускаем. То есть чередуем. Я довязываю первый ряд до конца, связала один узор в одну петельку, дальше следующую пропускаю и вяжу следующую петлю, столбик без накида, столбик с накидом. Теперь в следующую петельку столбик без накида, столбик с накидом. Дальше делаю соединительный столбик в начало ряда, во вторую петельку подъема. Первый ряд мы связали. Дальше делаем 2 воздушных петли подъема, переворачиваем работу и будем вязать в обратном направлении. Мы так вяжем для того, чтобы шов ложился ровно и не уходил в сторону. Так, продолжаем вязать в каждую петельку столбик без накида, столбик с накидом. И здесь обращаю ваше внимание, что, чтобы вы не перепутали, значит, у нас идет вот петля. И дальше еще одна петля соединительная. Мы вяжем в одну петельку, в эту в одну. Обращаю ваше внимание, что значит нужно вязать 2 столбика в одну петельку. Вот у нас одна петля, сюда мы вяжем 2 столбика. Следующая петелька у нас идет соединительная, сюда мы ничего не вяжем. Дальше в следующую петлю 2 столбика, потом в следующую петлю. В эту соединительную мы ничего не вяжем. Продолжаем вязать узор. Столбик без накида. И сюда же в эту же петельку столбик с накидом. Дальше в следующую петлю. Столбик без накида. Столбик с накидом. Вот петлю мы пропускаем. В следующую. Столбик без накида. Столбик с накидом. И так вяжем ряд до конца. Я довязываю второй ряд до конца. Делаю соединительный столбик в начало ряда.
Дальше 2 воздушных петли подъема, переворачиваю работу и продолжаю вязать точно так же, как и вязала предыдущие ряды. В каждую петельку столбик без накида, столбик с накидом. И так нужно провязать необходимую высоту шапочки. Я буду вязать примерно 15 сантиметров. Я связала высоту шапочку, и у меня получилось 15,5 сантиметров. И сейчас я буду делать убавление. Посчитала, сколько у меня петелек, получилось 37. 37 делю на 6, и получается, я должна буду делать убавление в 5-й и 6-й петельке. Я их буду провязывать вместе. Убавление будем делать следующим образом. У нас 37 петель, делим на 6, убавляем 5-ю и 6-ю петельки. И в итоге у нас в этом ряду останется 31 петля. В следующем ряду во втором убавлении мы не делаем. Дальше в третьем ряду 31 делим на 6 и провязываем вместе 4-ю и 5-ю петлю. В конце у нас останется 25 петель. В четвертом ряду убавлений не делаем. В пятом 25 делим на 6, провязываем вместе 3-ю и 4-ю петлю. И в итоге у нас останется 19 петель. Дальше 6-й ряд провязываем без убавлений. И после этого мы будем закрывать петельки. Делаем 2 воздушных петли подъема, переворачиваем работу и вяжем без изменения. Столбик без накида, столбик с накидом в петлю. Следующую петельку. Это вторая была, сейчас третья петля. Четвертая петля. И дальше 5-ю и 6-ю петельки мы провязываем вместе. Я ввожу крючок в петлю, вытягиваю ниточку, дальше ввожу крючок в следующую петельку и вытягиваю ниточку. У меня 3 петли на крючке, я их провязываю вместе. Вот таким образом мы сделали убавление. И дальше продолжаем вязать без изменений. Столбик без накида, столбик с накидом. Раз. Два. Три, четыре, и опять 5-я, 6-я петля, мы их провязываем вместе. И таким образом вяжем полностью весь ряд. Я довязываю первый ряд с убавлениями до конца и делаю соединительный столбик в начало ряда. Дальше 2 воздушных петли подъема, переворачиваю работу. И в этот ряд мы вяжем без убавлений. В каждую петельку столбик без накида, столбик с накидом. Я довязала до того места, где мы делали убавление, и здесь я провязываю точно так же столбик без накида и столбик с накидом. И продолжаю вязать в каждую петельку столбик без накида, столбик с накидом. И так ряд вяжем до конца. Я довязываю ряд до конца и делаю соединительный столбик в начало ряда.
Дальше вяжем третий ряд с убавлениями. И здесь мы будем провязывать вместе четвертую и пятую петлю. Делаем 2 воздушных петли подъема, переворачиваем работу. Вяжем первую петельку. Дальше вторую. Третью. И четвертую, пятую провязываем вместе. Вкалываем крючок, вытягиваем рабочую ниточку. Дальше в следующую петельку вкалываем крючок, вытягиваем ниточку, 3 петли на крючке, провязываем вместе. И продолжаем вязать узор без изменения. Первый. Второй. Третий и четвертый, пятый провязываем вместе. И так вяжем ряд до конца. Я довязала ряд до конца, сделала соединительный столбик. Дальше 2 воздушных петли подъема, переворачиваем работу. И теперь вяжем четвертый ряд без убавлений. Я довязываю четвертый ряд до конца, делаю соединительный столбик в начало ряда. 2 воздушных петли подъема, переворачиваем работу. И в этом ряду делаем убавление в третьей и четвертой петельке. Раз. Два. И дальше провязываем 2 петельки вместе. После этого вяжем без изменения. Раз. Два. Третья и четвертая петля провязываем вместе. И так вяжем ряд до конца. Пятый ряд я довязала, делаю соединительный столбик в начало ряда. Дальше вяжем шестой ряд без убавлений, и этот ряд будет последним. Я довязала последний ряд до конца, делаю соединительный столбик в начало ряда. Дальше закрепляю ниточку и обрезаю ее. Хвостик оставьте подлиннее, сантиметров 15. Дальше вдеваем ниточку в иголочку и вот эти все петли собираем на иглу. Немножко подтягиваем. Дальше иголочку на изнаночную сторону вытягиваем
И здесь уже затягиваем полностью все петли, чтобы у нас дырочки совсем здесь не осталось на макушке. И теперь здесь сшиваем, как вам удобно. Вот такая замечательная шапочка у нас с вами получилась. Здесь можно пришить помпон меховой или сделать из ниток.